Такие силы меня не покинули из-за болезни. И я сейчас варю борщ. Посмотрели Эрнеста Селестину с Дамиром. Сейчас буду варить еще компотик. И вы знаете, борщ только недавно закипел. Вот. И я уже подошла к кастрюле. Боже, какой он ароматный. Как он вкусно пахнет. Это обалдеть. Как вкусно. Как мне хотелось борща давно. Но в общаге это сильно муторно. С одной конфоркой. Это было очень муторно. А здесь одна благодать. Сейчас как наварю борща. Как же мне хотелось давно борща. И я прям вот чувствую уже даже вот по запаху. Я прям с собой довольна. Он настолько ароматный. Мне кажется, он будет вкусным. Он просто обязан быть вкусным. Боже, как он пахнет. Боже, наконец. Это мое любимое блюдо. После жареной картошки, которую я безумно любила в детстве. Во взрослом возрасте, наверное, борщ. Это мое второе любимое блюдо.